Здравия желаю. Идти надо отмелить Столбеков. Как ваши дела? Выпить. Бишкек, Шардык. Бишкек, Шардык. Горкин еще. Все, понимаю, документы ваши. Это вас не освобождает от ответственности. В рамках закона то, что вы управляете LX600 с тонированными боковыми стеклами без официального разрешения на тонировку, нами, инспекторами, будет выписан протокол. Все, выключи меня. Я не могу. Не надо. Ну а зачем пиарить-то? Я не понял. Кто вас не пиарит? Ну а зачем снимаешь? А зачем вы нарушаете так? Ты мало того, что пиарится, выражаешь кость. Ты, оказывается, еще глупец, понимаешь, вообще. Думаешь, что я глупец? Конечно. Корректная фиксация Куковач. 600-е с государственными номерами, вот, по корчеку проверили, разрешение на тонировку отсутствует. Вот номера. Вот. Я же тоже человек же, я же не могу... Ты не человек, понимаешь? Вот сейчас выписываем протокол на уважаемого водителя. Это дешевые варианты, пиарится, это глупо, понимаешь? Ты себя хочешь показать, что вот на своем дороге...